Город Брест – один из областных центров, где Конституцию обсуждают на всех уровнях. Задача государственной политики – дать доступ каждому к ознакомлению и внесению предложений по изменению основного закона. Профсоюз образования и науки одним из первых начал активное обсуждение официального документа. На мероприятии присутствовали председатели первичных профсоюзных организаций и учреждений высшего и среднего образования города. Главным спикером диалоговой площадки выступила председатель Белорусского профессионального союза работников образования и науки Татьяна Якубович. Самое главное, мы опираемся на наши традиции. Вот это, безусловно, очень важно. Конечно же, мы очень приветствуем те статьи, которые связаны с памятью нашего народа в годы Великой Отечественной войны. Потому что мы четко понимаем, если у государства нет прошлого, у него, безусловно, не помнит прошлого, у него не будет будущего. А, конечно же, правда о войне – это залог тоже мира в нашей стране. Нас не может не радовать те статьи, которые говорят о молодежи, когда им предоставляется возможность духовного, интеллектуального развития и участия вообще в общественной жизни нашего общества. Конечно, как и всех, педагогов волнуют темы социальной самодостаточности, увеличение заработной платы, рабочие места, качество образования, поддержки государством семей и инвалидов. На все вопросы деятели науки получили ответы, а самое главное, что открытое введение диалога помогает преподавателям самим решать, каких изменений они хотят. Мы на простом, как говорится, языке приводили такой пример, когда профсоюзы говорят, что коллективный договор является малой конституцией учреждения образования. И приводили такие параллели, когда наш главный закон Конституции Республики Беларусь является таким же документом, по которому сегодня будет жить вся страна. И я думаю, после такого скрупулезного обсуждения, наверное, следующее изменение Конституции уже будет не так быстро. На то и расчет, что нынешняя редакция Конституции составляется на несколько десятилетий вперед. А что из этого в итоге получится, покажет время. Александр Богданович, Андрей Щерба, Юрий Лимонтович, телекомпания БукТВ.